Друзья, привет! С вами снова Марк Рыбак и видеоблог «Смена». И сегодня я хочу поговорить с вами о будущем. О будущем фотоиндустрии. Дело в том, что в последнее время я вот увлекся новинками, посмотрел, что на рынке происходит, что выпускают. Вот побывал на фотофестивале, и у меня сложилось очень четкое ощущение того, что сейчас происходит в индустрии, какие шаги предпринимаются и что будет дальше. То есть, такое еще второе название этого выпуска будет «Зеркалки против беззеркалки, часть третья», да? Ну, потому что именно об этом, в общем-то, речь-то у нас и пойдет. Давайте начнем. Собственно, уже совершенно ясно, что все производители настроились на работу именно по беззеркалкам. Почему? Потому что новые инновационные объективы выходят уже только под эти системы. То есть на зеркалке они уже просто не будут надеваться. То есть они просто не будут работать с этими камерами. Поэтому вопрос уже даже не обсуждается. То есть беззеркалки уже победили рынок. И уже все производители нацелились именно на эти линейки. И сейчас производители выпускают совершенно новые, совершенно революционные объективы. В общем-то, вот Canon даже выпускает объективы зумы со светосилой двойка, да? То есть таких объективов еще никто не производил. И другие производители делают новую оптику специально под матрицу, под цифровой носитель с хорошей разрешающей способностью, да? Во-первых, во всех объективах уже ставятся новые беззвучные моторчики, потому что камеры заточены и под фото, и под видео одновременно. И тут все бы хорошо, все бы замечательно, но есть одна проблема. Все это очень сильно дорого стоит. Все эти технологии очень дорогостоящие. При этом эти технологии практически нивелируют вообще какие-либо навыки и знания по фотографии. То есть уже не важно разбираться в экспозиции, потому что, ну, вам снимок, камера показывает сразу, что получится. То есть уже любой ребенок может запросто научиться этим пользоваться. Единственное, что должно остаться у фотографа, это какой-то определенный художественный вкус, какое-то художественное видение. Все какие-то фотографические, специфические навыки, они уже не нужны, они уже уходят на второй план. В итоге мы имеем следующую ситуацию. Хорошая, нормальная тушка для работы стоит от 2000 долларов до там 4-5. Ну, то есть 2000 долларов это еще, можно сказать, очень хороший вариант. Но любой хороший объектив к этой тушке стоит 3000 долларов. А для нормальной работы нужно 2-3 объектива, да? Вот и считайте. Сколько нужно зарабатывать фотографу там, на свадьбах, на каких-то других заказах, чтобы позволять себе вот такую вот технику. Я не знаю, может быть, в Москве, но в регионах эти заработки очень трудно заработать такое количество денег. Поэтому выхода сейчас два. Если вы занимаетесь фотографией, если вы увлекаетесь фотографией, то для вас есть очень хорошая одна история о том, что много всяких старых зеркалок и всякой старой оптики. То есть либо вы смиряетесь с жизнью и начинаете снимать на всякое старье, которое покупаете там с рук, либо вы тратите там 500 000 рублей на нормальную технику. Вот такая вот история. То есть вот так рухнул мир напополам, как в ночном дозоре. То есть либо мы снимаем на БУ зеркалки и вот эту вот всю, можно сказать, в принципе, аналоговую оптику, либо мы тратим вот такое баснословное количество денег и переходим уже на окончательно цифровые технологии, на объективы для цифровых камер, на крутейшие цифровые камеры, которые офигенно пишут видео, круто снимают фото. Но за все это удовольствие нужно платить. Так что думайте сами, решайте сами. А сегодня с вами был Марк Рыбак.
переходите в описание, там есть все мои контакты, я могу подсказать вам, какую выбрать, дешевую технику или дорогую технику. Также можете заказать у меня консультацию. Также можете заказать консультацию по поводу ваших снимков, съемку или фототур. С вами был Марк Рыбак, видеоблог «Смена». Подписывайтесь на канал. До свидания.